Где же сегодня собрались самые творческие, самые креативные, талантливые, юморные ребята? Да, именно здесь, на межфакультетской лиге КВН. Зрители уже в предвкушении оглушающего смеха и ярких впечатлений. Так давайте же и мы окунемся в атмосферу исключительно положительных эмоций. К фестивалю КВН, несомненно, нужна особая подготовка, чтобы проявить все свои актерские способности и сделать из каждой юмористической зарисовки шоу. А чтобы услышать в ответ бурные эмоции зала, необходимо удивлять вновь и вновь. Отличного настроения, вдохновения и побед в будущем. Данное мероприятие было просто превосходно. Организация была на высшем уровне. Мне очень понравилось выступление команд. Шутки просто супер. Бомба! В этом году за настроение студентов отвечали команды «Стас», «Ем и Минь», «Лувр», «Неважно», «Реванш» и «Даст совет». Лучшей актрисой фестиваля КВН стала Зайцева Полина, лучшим актером – Тюкин Никита. А кубок и номинацию «Лучшая команда» по праву заслужили ребята из команды «Неважно». Было очень здорово, спасибо всем большое. Собрались сильнейшие команды. Давно такого не было, КВН жив. Ну, было очень волнительно, мы все переживали, но с этим справились. Как бы настроение переполняет наши чувства. Мы победили! Мы настоящие победили! Фестиваль КВН завершился, но полученных эмоций и прекрасного настроения хоть отбавляй. Участники сделали этот день незабываемым не только для себя, но и для зрителей. Наблюдали и радовались вместе с вами Чевыкина Арина и Щепетнова Мария. Встретимся на канале Гархост ТВ.